принесен и социальной гармонии. Вашему другу или родичу нужна работа? Без этого пропагандистского шума. Ты не первый мне это говоришь. Знаешь, а я теперь даже скучаю без всей этой пропаганды. Боюсь, я сошел с ума. Объявление от Министерства.
Министерство внутренних дел и социальной гармонии. Не верьте лжи Золотого Пути. Эти террористы не одерживают победу над Фейденом Мином и армией короля. Они хотят вас одурачивать. Истинное правительство Герата по-прежнему в силе. Да, горит вас, свет Фейдена.
нас слышит половина Кирата. Без лжи Бейгана люди не смогут более игнорировать правду. Чем ты думала, идиотка? Так мог поступить только Бейган. Бейган? Да я думаю только о Кирате. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Подумай о предках, культуре, об обычаях. Обычаях? Каких? Женить детей, например? Бхатри, ты уготовил ту же участь? Отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Черед Нур. Да, согласна. Ее заставили. Бейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Ей нет оправдания. Нур заплатит, так же, как другие. Я сам решу судьбу Нур. Я тебе рассказывал историю Нур. Одна из моих любимых. Когда-то она была врачом. В начале моего правления Нур-Наджар прибыла в Кират с гуманитарной миссией. Она имела дерзость написать рапорт о нарушениях прав человека при моем режиме. Я ее разыскал. Пригласил вернуться и посмотреть, как мы исправляем ситуацию согласно ее рекомендациям. И ее семью тоже. Она прибыла с мужем.
А вот тебе на пану. Амили рукой батан. Сатки не уркеса. Кати рамро, экдам я рамро худей. Тут экдам рамро кураха. Это суббас мачар. Банду парса. Привет, Аджай. Их было много. Что я мог сделать? Пришлось бежать. Двери заперты. Ублюдки это. Эй, мясо, соскучился по арене? Да, так я точно не войду. Так, применим план Б. Их было много, что я мог сделать? Отличная охота, Аджай, спасибо! Братские сынама. Хорошо, хоть статуи Киры не трогают. Мы знаем, заходи в мой магазин. Жемчужину Кира. Это успокаивает. Спасибо. Пока. Бахарга фолкули топлюга диски бороду. У нас тут наркоманов никогда не было. Их было много. Что я мог сделать? Намасте. У нас тут наркоманов никогда не было. Ни героинщиков точно. Yeah!